На сегодняшний день интернет-сообщество все чаще обсуждает операционную систему Windows под номером 11, которая якобы уже вышла и которую можно скачать и установить. На самом ли деле это так? Если ввести поисковой запрос Windows 11 в Google или YouTube, то можно найти очень много информации о данной операционной системе. В основном это обманчивая информация, в которой вам предлагают установить или скачать данную операционную систему. Вы можете видеть, как называются такие видео. Где скачать образ. В некоторых случаях даже предлагают скачать. В основном эта информация неверная. При попытке скачать такие операционные системы мы получим огромное количество вирусов, либо Windows предыдущего выпуска и совсем не 11. Чтобы извлечь наиболее правдивую информацию, давайте с вами посетим Microsoft Community, то есть сообщество. В данном сообществе задают вопросы. Вот один из вопросов пользователя. Когда выйдет Windows 11? Здесь мы можем видеть ответ модератора, то что никогда. Он говорит о том, что будет только Windows 10, и она будет обслуживаться раз в полгода, обновляясь. Посетив официальный блог Microsoft, мы можем найти много информации о планах и графиках на выпуск обновлений Windows, а также Office. Здесь мы можем найти всю нужную нам информацию. Выпуск апдейтов Windows 10 дважды в год делает модель обновлений более прогнозируемой и управляемой и упрощает корпоративное развертывание продуктов, рассказывает Бернардо Кальдес, генеральный директор группы Windows Commercial Marketing. Мы рады сообщить о том, что Windows 10 является наиболее популярной версией Windows за всю историю. Она установлена более чем на 400 миллионов активных устройств в месяц и все чаще применяется в корпоративных развертываниях. По словам наших заказчиков, в значительной степени их выбор обусловлен тем, что Windows 10 является наиболее безопасной версией Windows за всю историю ее выпусков и что они видят более высокую экономическую эффективность своих инвестиций. Главная составляющая экономического эффекта Windows 10 – регулярный выход обновлений компонентов и систем безопасности. Благодаря этому крупномасштабные дорогостоящие развертывания Windows раз в несколько лет, когда ее приходилось полностью удалять и заново устанавливать, ушли в прошлое. Отсюда мы можем сделать вывод, что Microsoft дает нам понять, что они инвестируют в свой последний проект, а именно Windows 10, и крупномасштабных изменений больше не планируется. То есть не планируется выпуск новых операционных систем, так как это очень дорогостоящий и неудобный процесс. Поэтому они дважды в год будут обновлять Windows 10, и это будет на протяжении долгого времени. Ну а если заглядывать далеко в будущее, то можно сказать одно. Какая бы версия Windows не ожидала нас после десятки, она будет точно не скоро, так как Microsoft не предоставляет никакой информации о следующем своем детище. И не факт, что она будет иметь номер 11 в своем названии. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.